Данное видео предоставлено сайтом onlinegdz.net. Учебник Rainbow English, 5 класс, автора Афанасьева. Unit 4, часть 4, Step 7, шаг 7, Exercise 8, упражнение 8. Complete the disjunctive questions. Дополните разделительные вопросы. И мы с вами уже много раз, да, делали такие упражнения наподобие. Мы повторяли, что такое disjunctive questions. И давайте сделаем это вместе. Итак, если у вас какие-то есть вопросы по разделительным вопросам, то смотрите, в этом шаге, в седьмом, в третьем упражнении мы с вами разбираем, тоже повторяем, как строятся эти вопросы. И в предыдущем шаге, в третьем упражнении, в шаге шестом, мы тоже смотрим. Поэтому вы можете вернуться в видео, прослушать, просмотреть и ознакомиться. Итак, one. У нас первое предложение. Trainers train animals. Тренеры тренируют животных. Don't they? Не так ли? Обращаем внимание. Здесь у нас в предложении present simple, простое настоящее время. Соответственно, вспомогательные глаголы, которые будут у нас после запятой do или does. Так как у нас trainers, тренеры, это они, they, значит, вспомогательный глагол будет do. И если у нас в первой части было утвердительное, то после запятой будет отрицание. Don't they. Two. Acrobats can jump well. Акробаты могут прыгать хорошо. Can they? Не так ли? Так как у нас здесь модальный глагол can, то после запятой он будет стоять с частичкой not. Three. Yesterday clowns played tricks. Didn't they? Не так ли? Прошедшее время, вспомогательный глагол did. Four. You won't, won't, это у нас will not. You will not, можно еще прочитать, go to the circus tomorrow. Завтра вы не поедете в цирк. Will you, не так ли? Five. They didn't play music. Они не играют музыку. Did they, не так ли? Да, потому что у нас здесь прошедшее время, мы видим в первой части глагол вспомогательный did. На этом все. Вот так мы сделали с вами это упражнение. Я повторю, что если есть вопросы, вы можете посмотреть те видео, которые я озвучила прежде. И если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если остались какие-то вопросы, то оставляйте их в комментариях к этому видео.